Уехал к борту Вовченко. Вот эта передача перехватывается. И сразу быстрый пас на Карнаухова. Выход один на один. Карнаухов на неудобную. Бросок. И это гол. 3-0. Павел Карнаухов. С места Павел Карнаухов прибавил ногами, открылся за спину Николая Тимошова, а Вовченко, он уже просто не успевал вернуться в оборону. Вовченко пришлось разворачиваться, набирать скорость, и впоследствии догнать Павла не удалось. На легких ногах, что называется, бежал от Тимошова, и Вовченко убрал шайбу на неудобную руку и на перемещении поймал Александра Самонова. Ну, все идеально получилось для команды, которая сначала оборонялась и моментально после перехвата наказала соперника за, может быть, несколько расхлябанные действия.